Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Salt Knight. Так, код удачи. Слушай, у нас же, по-моему, да, у меня 11 штучек есть рыбок. И что я могу сделать? Сделай пожертвование. А как это сделать? Как мне отдать тебе рыбки? Ага, самоцвет. Слушай, можно отдать, прикинь? Как это все выглядит. А у меня еще, так, бесплатный пробный купон. Улучшенный набор материалов. Так, фрагмент облика босса. Бегемотик Пинко. Слушай, я думаю, что мне, наверное, надо взять вот этих вот самоцветов. Мы с тобой, по крайней мере... Ага, распродано, все, я понял. Так, еще 8 рыбок у нас остается. Может быть, взять бегемотика Пинка? Возьмем. Пускай, это, я так понимаю, питомец, который будет бегать вместе со мной. Семена виола семицветная. Пока не буду тратить на виолу, на эту. Окей. А где мой бегемотик Пинку? Вы меня обманули, я потратил всех рыбок, а бегемотика мне не дали, к сожалению. Так, что у нас тут? Батарея. Понятно. Органический материал. Смотреть телевизор. Отбелитель. Я не хочу смотреть никаких телевизоров. Так, археолог. А что нужно для того, чтобы открыть этот портал? Да мне не удавалось видеть эти символы. Сколько раз можно тебе повторять? Я не понимаю. Ребят, вот это, кстати, красное растение, которое со мной бегает. Я его выкопал на огороде. Как ни странно. У нас с тобой 6000 голды. Ассасин, как тебя приобрести, а? Вот как вот мне тебя купить? Береги себя, он мне говорит. Не хочет. Не хочет он ко мне идти. Некромант. Тоже не хочет. Почему вы такие жадные, а? Не хотите идти ко мне. Друид. Тоже не хочет ко мне присоединяться. Вампир. Подожди, а где-то у нас, по-моему, в другом месте, да? Все это дело приобретается, по-моему, вот здесь вот, в галерее. Что это такое? Мне не нужны эти картинки. Паладин. Люблю этот сериал. Ну, ты молодец, что ты любишь сундук. В сундуке у нас что-нибудь есть вообще? Открыть сундук. А что он дает, ребята? Вот если я открою сундук. И... Первопроходец. Старый пистолет. А этот... О, как стреляет. Но он требует энергию. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Гасяпон автомат. Хочешь... 200 энергии требует, что ли? Так, и что я такое получил? Блин, эти животные облепили меня со всех сторон. Ну да, я подниму вот эту плюшку, ё-моё. Да зачем мне это-то? Ух ты, яйцо, ребят, какое-то было. Семена. Окей, а там еще что-то же лежит, да, по-моему? Или нет? Они, с одной стороны, хорошо, что бегают со мной, а с другой стороны, плохо, они мешают мне. Ну и все, по ходу дела, да? Или подожди-ка. А, этот смотрит у нас сериал. Разблокируй с помощью материалов. Тут материалов-то много нужно, а у меня всего по одному. То есть делаем выводы. Нам нужно очень много с тобой бегать, играть, чтобы все это зарабатывать. Ну что, я побежал тогда, друзья мои. На очередные задания будем с вами проходить, бомбить, уничтожать всех. Естественно, мне бы приобрести оружие, которое не требовало бы затрат энергии. Но с этим ничего не поделаешь. Я готов! Крит получил. Че ты там стоишь? Думаешь, я тебя не вижу, что ли? Или я до тебя не доберусь? Я доберусь до вас, до всех. Так, растение, вы будете мне помогать? Помогает. Помогает, как ни странно. Он кусает. А в тот раз, ребята, с боссом я немножко лопухнулся. Действительно, совет подписчика правильно сказал, что надо было прятаться за дизайн, за ландшафт. Там было такое местечко, где можно было спрятаться, и он бы не пробил меня своими пулями. Так, давай посмотрим, что тут за сундук. Открываем. Старая снайперская винтовка. Но... Ой, энергии требует приличное количество. Так, давай сходим наверх, там у нас какой-то будет бонус.
О, нормуль. Давай, давай, давай. Энергию просто-напросто с тобой получили, да и все. Так, двигаемся дальше. О, орлы стоят, ждут меня, да, красавчики. Не, ну котик помогает, а вот этот вот цветочек, который бегает, я не вижу от него вообще никакого толка. Он только мешается, по-моему. Согласись. Так, ну что? Я же вроде бы всех забомбил. Почему меня не пускают? А, вот он. Стоит тут проныра. Так, наверху у нас телепорт идет, поэтому заглянем с тобой вот сюда. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Снайперка бомбит. Не кисло, да? Не кисло, не кисло. Она становится у нас как снайперская винтовка. Когда мы с тобой активируем суперспособность. Нормуль, мне нравится. Так. Ну что, давай сюда, наверное, пойдем уже в портал. Выбери бонус. Какие у нас тут бонусы с тобой? Увеличение числа комбо-ударов для оружия, способного наносить комбо-удары. Так, увеличение области атаки лазерного оружия и устойчивость к заморозке и дополнительное время заморозки врага. Не, давай, наверное, мы увеличение числа комбо. Вот так вот возьмем. Надеюсь, это мне как-то хоть поможет. Побежали с тобой, сломя голову. Опа, как меня тут круто заморозили, а? Сразу же. Ну давай, 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 валить. Все, подбили, где сундук? Вот он. Дальше мы с тобой идем вниз. Да, видишь, как снайперка сразу становится. Замечательно. Иди сюда, красавчик. Получил, расписался, будь доволен. Так, а здесь какая-то у нас короткая карта получается, да? Потому что здесь сундук, и дальше у нас с тобой портал. Арбитр. Ух. А ну-ка. Понял. Лазерная пушка. Не знаю, насколько она эффективна. Все у нас проверяется через боевку. Это единственный вариант. Так, 1-3. Игровой автомат. 10 монет, ну ладно, давай. Зелье здоровья. Как раз то, что нужно. Двигаемся. Орлы, здорово. Ой, ой. Тихо, 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 тихо. Не надо так. Ай, у меня нет брони, друзья. У меня нет брони. Я без брони, я беззащитен. В данный момент. На тебе, Хариус. Все, разобрались? Нет, еще тут один партизан готов. Дай мне забрать сундук, где он находится. Вот он. Так, вниз заглянем с тобой. На всякий случай, тут у нас что-то есть. Ух ты, кто такой? Наставник. Позволь мне раскрыть твой потенциал. Теперь ты еще сильнее. А что он мне сделал? Я не знаю, ребята, но он мне что-то сделал. Мне больше нечему тебя научить. Он говорит, что я стал сильнее. А каким образом? Может быть, он мне звездочку прибавил? Было бы прикольно. Так, ну что, сходим с тобой наверх. И посмотрим, что у нас. Ах, вы жуки навозные, я вижу вас. Всех укокошу. Тихо, 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 уходим, уходим, уходим. Давай этого партизана завалили. Так, сундучок. Где же ты? Вот он. Поначалу их даже и не увидишь. Выглядят они так скромненько. А это у нас кто? Это у нас продавец. Энергия. Так, мне нужна вот эта штука. Можно мне купить? Нет, нельзя. Не хватает денег. И это плохо. Ё-моё, зачем же я сюда щеманулся-то? Не надо звездочка там буянить. Так, еще враги. Надо постоянно следить за энергией. Шикарно. Ну что, здесь вроде бы мы с тобой все проверили. И можно смело отправляться в телепорт. Жалко, у меня нету денежек, чтобы купить себе немножечко здоровья. Буквально одну единичку. Но, кстати, надо посмотреть, сколько вообще у нас стоит денег на вторую звездочку для нашего героя. Увеличивать дальность атаки, это понятно. Так, уменьшение скорости пуль врага, увеличение радиуса сбора монет. О! Пригодится, я думаю.
1-4. Скоро будет 1-5, а там уже будет наш поджидать босс. Не надо тут выколблучиваться, звездочки всякие. Тихо, блин, комочком меня заморозил, а? Этот цветок гоняет, чудик этого. А разве пули медленно? Не, по-моему, медленно, да? Ну не все, не у всех. Так, вот эти вот лазеры, да, видно, медленно идут. Ну что там, последний говнюк, мы его бомбанули? Нет, стоит. Есть. Сундук берем с тобой? Зелье здоровья, отлично, шикарно. Блин, зачем на шипы-то вставать? Давай, ох ты, смотри, ледокол, УЗИ, морозный орел, зелье восстановления. А сколько ты просишь? 37. У меня, к сожалению, нету столько монеток. Давай заглянем сюда. Будем бомбить. Ага, статуя рыцаря. Ну, рыцарь, это же моя статуя, ребят. Ты понял, что мы с тобой делаем? Возле этой статуи мы накапливаем энергию. И у нас только один вариант, это идти наверх. Вот сюда. Я готов? Расколбас полный, заморозка. А эти что, снежки как тепловые идут? То есть они на меня наводятся, да? На, получил? Так, бомбим, бомбим, друзья. Не надо. Так, я ушатал. Они там бедного этого бедолагу гоняют. Еще две монетки. Все равно не хватает мне, да? Погоди-ка. Там портал, а наверху еще одна комнатка. Активировались. О, тут типа мини-боссика, ребят. Вот он тут оголделый бегает. Нифига, вот теперь у нас должно хватить денежек для того, чтобы купить. А что мы хотели взять с собой? А, оружие там продавалось, да? Пойдем-ка посмотрим. Торгаш, он где у нас? В самом низу. Что-то я хотел там приобрести. А, по-моему, там 37 нужно, а у меня всего лишь 35 монет. Ладно, я еще раз хочу убедиться. Блин, не то. А, это, скорее всего, где сундук. Да? Вот здесь вот. Сколько стоит? 37. Блин, ну почему не хватает? Я хотел посмотреть, что за ледокол. Мне кажется, это смачное оружие. Но ничего не поделаешь. Отправляемся в портал. Натяни лук, чтобы повысить шанс критического удара. Так а какой смысл от этого шанса критического удара, если тут все враги ватные? Поехали. Что это сейчас было? А что случилось-то? Я, по-моему, по бочкам стрельнул, да? Бесплатно, конечно же. Резаемся с тобой, да. Я туда залетел и начал шмалять по бочкам. А они взорвались, соответственно, мне нанесли урон. Молодец, красавчик Рэй. Лучше и быть не могло. Открываем сундук. Двухствольная винтовка. Ну-ка. Так, это лазер. Так, подожди. А как бомбить-то? Я ее выронил. Возьми. Так, сейчас. Все. Ага, понял. Принцип стрельбы. Опять этот инженер у нас тут. Оружейник. Усилить текущее оружие. Слушай, давай мне, наверное, вот это вот лучше. Арбитр, усиль. Так, энергетический коллектор. А в чем заключается улучшение? Усиливает он мне, что ли, его? Фига я тут бомбашу. На, на тебе. Всех засранцев положу. Ой, опять этот мини-боссик. Ну, что ты тут стоишь, блин, с ракетами еще, а? Где мини-босс? Вон он. Прыгает, подбил. Он еще сосульками бросался. Так, а что у нас вот тут, вот внизу? Ой! Я думал, что здесь ничего нету. Тут как бы как ловушка, что ли. Подожди, я не могу, вот здесь надо пробивать. Погоди-ка, там мы с тобой кого-то спасем. Смотри, какой-то персонаж сидит. Типа ниндзя какого-то. Да елки-палки.
Цветочек, кошечка, что вы стоите? Бомбите этого партизана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ждем. Мне нужно броню накопить. Фу, успел. Ну-ка, кто ты такой? Клетка. Разрушить, конечно же. А, слушай, а мне показалось, что там какой-то ниндзя стоял. А здесь кабанчик. 5 мини-босс там, смотри. Поехали. Ать. Ну, давай-давай этого шахтера. Комочки выпустил. Ну, тут мы справились, причем довольно легко. Так, друзья мои, ну что, отправляемся с вами к боссу. Все равно другого варианта нету. И что же это будет за босс? Снеговик. Король снеговиков. Эй-эй-эй-эй, тихо-тихо, блин, заморозил. Дай-ка я активирую. Нет, не хочу я активировать. О, с двух пушек. Смотри, как прикольно. Так, отходим. Блин, уйди от меня. Так, отходим. Нормуль. Смотри, психует. Не надо тут. Целую орду снеговиков выпустил. Все. Семена на морковку мы с тобой взяли и древесинку. Так, кабанчик, я хочу. Тихо, подожди. Чуть сундук забыл не открыть. Что там у нас? Тяжелый топор. Хм. Оу. Подожди, я не понял. То есть это метательный топор? Ну ладно, возьмем топорик этот. Выбери бонус. Так, у нас здесь отсутствие дополнительного урона, если щит разрушен. А щит у нас быстро разрушается, да? Насколько мы знаем, плюс за убийство врага можно получить дополнительную жизнь. За убийство врага. То есть, ну, это хиляться мы будем. Так получается. 2-1. Погнали, друзья. Так, что это за карнавальная ночь? Хэллоуин у нас тут. Ну и тыквы я эти помню. Блин, опять плюс ящики разносить. Давай, халабуда. Подходите все по одному. На тебе. Ой, уходим. А, жабы эти, которые взрываются. Слушай, а что, у меня все? Нет, не все, ребят, что-то... Да, все получается. Привидение, угу. Дай-ка я посмотрю топор. Метнуть бы ему в лобищник этому призраку. На. Ай-яй-яй-яй. Захомутали враги меня. Есть. Фига я тут топоров набросал в целую кучу. Ну что, куда нам дальше двигаться? Мы можем и вниз сходить с тобой. Тут у нас что-то да лежит. Статуя. Ну-ка. Восполняет нам энергию. Давай. Полностью восстановит или нет? Нет, ребята. Определенное количество. Теперь у нас есть сюда ход. Погнали. Да блин, господи, что происходит? Что-то мы сразу и топоры с вами бросаем, и это... А, ну правильно, у нас бонус. Стреляем с двух видов оружия, да? Жаба, с ней лучше не стоять. Ты видел, как она бомбит? Как она взрывается? Лучше от нее убегать. Рядышком не находиться с ней. Когда она погибает особенно. Так. Воу-воу-воу-воу. Летит там. На. Призрак, ты достал. Мы его подбили, нет? Нет. Вот теперь мы его шлепнули. Есть. Нет, 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 нет. Да что так много-то вас в этой комнате? Где привидение? Вот оно. Еще так просто его не подбить. Призрак от этого. Все, ушатал. Так, тыкву головой получил. Жабу подбили, по-моему, да? Окей. Нет, ты что за комната-то такая? Эй. Тут уж слишком много врагов. Все. Сундук. А что дальше нам? Надо посетить вон ту тогда дальнюю комнату. Погнали, посмотрим, что у нас тут. Ну, жаба.
Не подходи ко мне, даже не вздумай. Вот там вот и стой. Тыквоголовый получил. В тыквоголову нужно два раза попасть, чтобы он отдуплился. Готово. Где сундук? Вот он. Так, пойду наверх схожу, там сундук у нас лежит. А уже после него пойдем в портал. Цветущая вишня. Сейчас что-то, ребята, будет. Турель, конечно же. Расколбасили. Так, ну, можно мне посмотреть, как она хотя бы... Ух ты. Слушай, наверное, хорошее оружие. Наверное. Я не уверен, но надо его тестировать. Нам сейчас только в портал с собой бежать. Мне не дадут дополнительных плюшек? Не, сказали, обойдешься ты без всяких бонусов. Ты и так, типа, хорош. Ох ты, это кто такой? Да кто там такой был? Уж больно шустрый. А, это, наверное, ведьма, точно. Друзья, это ведьма там летала. Тут сундук, пойдем посмотрим. Улучшенный ПП. Насколько улучшенный? Ну, мне кажется, все равно вишня лучше будет. Видишь, она летит и оставляет какие-то... А, мини-взрывчики, что ли, да? И они, наверное, наносят урон врагу. Но мне бы хотелось, чтобы это было именно так. Давай, 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 заходим. Так. Энергию получили. Ой-ой-ой, сразу с двух жаб начинается сразу же. Так, тут еще мини... Тыквоголовый, мини-боссик. Ух ты, призрак. Да, ребят, по-моему, эти штуки наносят урон дополнительный. То есть, если они попадают, по чуть-чуть они их бомбят. Да ее просто зажали. Зажали, я ничего сделать не мог. Улетело, да, привидение? На. Куда ты там прыгаешь? Слушай, 94 монеты у меня. Давно такого не было количества. И у нас портал. Погнали. Давай, статуя монеты, ты сможешь усилить. Да, я что-то не видел никакого усиления, пока мне просто дают энергию. Так, лазер. Нет, давай лучше крит. Просто кританул и все, ребята, и уложил эту старую коргу. Подожди, где тут кто? Я не могу понять. Все-таки я больше боюсь здесь лягушек. Они взрывоопасные. Надо от них держаться подаль. Ну, а тыквоголовый, это, по-моему, самое изи. Куда нам дальше? Вниз. Пойдем прогуляемся с тобой вниз. А как увеличить полоску жизни? Или 7 хп это максимально? Ребята, если что, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Так, ну что... И все, больше ничего, только вот энергию мне они дают, да? Плохо, что просто энергию. Могли бы дать какие-нибудь... Ой, поехали, бочки, это взрывные же бочки, да? Да. Хорошо, что я не ломанулся вперед. А то бы сейчас мне тут устроили карнавальную ночь. Лягушки взрывные, все, отделались легким, так сказать, испугом. Ни торгашей нет, ничего. Куда мне монетки эти тратить, скажи? Солить их, что ли? Ох ты, бесплатный пробный купон. Друзья мои, мы нашли. Кто-то мне из подписчиков писал про эти купоны. Только я так и не понял, как их, ребят, использовать. Портал. Ох ты, выбери бонус. Так, это что у нас? Скидка 50% в магазине. Иммунитет к ловушкам, устойчивость к яду и столкновениям. Давай, наверное, вот это вот возьмем. Устойчивость. Хотя мне говорили, что надо устойчивость к огню брать и еще там что-то. Торговый автомат. Давай потратим здесь. Подлечились, хотя у нас было фул хп. Че, заходим? Так, ведьма, 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 ведьма. Ее надо бомбить. Да что ж такое-то? Опять вот призрак этот. Беся, вы все разобрались? Нет. Призрак там еще летает. Где он? Еще одна волна. Уходим.
Бумс, взорвался. Вниз. Пойду я прогуляюсь вниз за сундуком. Ага, это торговец обычный. Так, кластерная ракета. Пистолет с пузырями. Слушай, дай-ка я прикуплю. В плане, и что? Да ну. Что за пистолет? Нет, дай мне вот это вот. Обратно. Мое оружие. Вот это мне отдай. Я ведь не зря его все-таки до одной звездочки. Хотя пистолет с пузырями, может быть, он и хорош. Не знаю, ребят. Пузыри. Ну что, будем брать на проверку? Оставим себе арбитр и пистолет с пузырями. Конечно, радиус выстрела желает лучшего. Но проверим, протестим сейчас. Ух ты, а это кто такой еще? Живи ни за что или умри за что-то. Нанять... О, да, конечно, конечно, нифига. Идем со мной, если хочешь жить. Это ты иди за мной, если хочешь жить. Вот и все, ребята, было 100 монет, и нифига у меня не осталось больше. Но чувак с гранатометом, я думаю, наверное, будет неплохо. Так, берем арбитр. Ой, ой. Твою же налево, стоим здесь, накапливаем броню. На тебе. Чувак, ты с гранатометом, ты должен тут бомбить налево и направо всех. Без исключений. Так, хотел проверить вот это оружие. Есть такая возможность его протестировать? Да ну, друзья мои, фигня какая-то, если честно. Давайте честны будем, оно бредовое. Зря только потратил деньги, зря я его взял. Зелень здоровья. Так, что нам дальше идти? Наверх, в портал. Погнали. Если хочешь жить. А где мой этот? Вон он. Я же думал, он меня покинул. Так, подожди, а почему мы... А почему... А. Не на ту кнопочку жму, думаю, почему он у меня не заходит. 2-5. Так, а это кто у нас? Вот, ребята, к обманщику вы сказали, да, не подходить? Не буду я к нему подходить, булава мне не нужна. Хотя, подожди, может быть... да фиг его знает, ребят. Даже ничего не могу сказать. Булава как булава. Ничего хорошего в ней, наверное, нету. Тихо. Активируемся. Все? Тыкоголовый хорош там буянит. Всех разобрали. Так, давай, наверное, мы зайдем с тобой наверх. Тут у нас кузня, да? Хочешь переплавить текущее... Вот это вот можно переплавить? А, 9 монет. Ладно, если что, я вернусь. Переплавим и посмотрим, что мне дадут. Угу. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Франкенштейны тут всякие. Главное не попадать в отравление. Тут всю зону отравили мне. Посмотри на них, а. Так, 9 монет мне нужно. 16. Пошли, сделаем с тобой переплавку. Так, на шипы не наступаем. Это опасно, чревато. Выбери оружие для переплавки. Вот это хочу. Вот это вот. Да. Чего? Ты серьезно? Дробовик М11? Ну, не знаю, ребята. Арбитр все-таки, мне кажется, будет поэффективнее. Так, слушай, а мы же можем с тобой вниз сюда сходить. А почему я не могу тыквоголового? Я пока не зайду в зону, я не могу атаковать, да? Вот так они здесь хитро сделали. Слушай, ну мне нравится вот эта вот пушка-арбитр. Бомбит, во-первых, великолепно. Причем она пробивает, по ходу дела, врагов. Насквозь, да? Мы этот там бег... Два Франкенштейна тут бегает. Есть. Распетрушили мы их. Так, сундук. Пойдем посмотрим. Что там? Волшебный фиолетовый осколок. А это, видимо, какой-то ресурс. Да? Мы с тобой нашли. Ядрёно, с двух пуколок бомблю. Прикинь.
Так, мини-босс. Мини-босс тыквоголовый. Что-то мы его как-то быстро... Тихо, 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 аккуратно, аккуратно. Ведьмы! Да блин! Юлим, юлим. Уходим. Да что ж ты будешь делать-то, а? Они меня обстреливают со всех сторон. Еще враги. Давай, ушатали, ведьма, ведьма, ведьма. Все прекрасно, все хорошо. Кто там у нас тыквоголовый бегает? Слушай, а вот этот вот защитник с гранатометом, в принципе, неплох. В принципе, ребят. Ох, ё-моё, сколько снарядов-то. На меня тут выпустили. И это все привидение вместе с этими вот тыквоголовыми творит такую дичь. Надо, ребята, за ландшафты. Подожди, подожди, подожди. Фух. Не потратил, да, здоровье? Ну, немножко брони, конечно. Тихо. Эта жаба взрывается. Кто? Вот она, ведьма. Откуда взялась-то? Самый неподходящий момент. Сундук. Сундук открываем. Энергию. Так, ну что, друзья мои, у нас босс. Кто? Я не знаю, что за босс. Надо смотреть. Король привидений. Где он? Прячемся за ландшафт. Мне сказали лучше так делать. Эй. Маленькие призраки, они же тоже бомбят. Да ну хорош. У меня нет брони. Оу. А тут-то как быть? Тут нету, ребята, ландшафтов. Я нигде не мог спрятаться. Меня просто распетрушили, вот и все. Так, я получил растение. 2.5 я упал. Ну, 615 мы с тобой получили монет. Подожди, мне не знаешь, что интересно? Где нам с тобой... Так, открыть навык. Ага, вот этот... Подожди-ка, нет. А какой навык у нас откроется за 5000? Ты знаешь, я нет. Так, подожди-ка, а как мне обратно сюда, например, зайти и... А, вот, доска объявлений, что ли, типа, да? Да нет, это галерея, это нам не нужно. Погоди-ка секунду. Паладин. Люблю этот сериал. Да я уже слышал, что ты любишь этот сериал. Холодильник. Ух ты, ты посмотри. Карта бесплатного возрождения... 159 рублей. Одна всего лишь 159 рублей, вы серьезно? 35 тысяч жетонов. Я могу 500 получить за просмотр видосика. Но начислили, да, все-таки? То есть можно еще посмотреть, но тебе уже дадут 200. Пауза. Пауза, это все понятно. Но мне интересно. Так, сейф, а что сейф дает? Улучшить. Первая монета. Я не знаю, ребят, ну давай улучшим. Первая монета плюс 2. Что это вообще означает, ребят? Не понимаю. Так, убойное приключение. Переключиться на убойное приключение. Если бы я еще знал, что это такое. Так как же мне приобрести новых героев? Я не могу... Я раньше подходил, по-моему, там можно было бы покупать их. Почему? Так, друид. Кстати, а вот это растение... Не я ли ему нашел? Улучшить. Ну, если я улучшу, что это? Скорость. Одна из пяти. Тоже непонятно, что дает. Наверное, семена какие-нибудь. Разблокирую с помощью материалов. Нету. Разработать. Нету у меня. Так, доска объявлений. А, доска заданий. Так, подожди, челлендж. Так, более агрессивные враги. Скорость стрельбы оружия 100%. Атака... Карликовость, бонусная монета на каждом уровне. Так, это что за челленджи такие? Так, а ты что, офицер? Задание выполнено. Элитный человек тыква. Ну, спасибо. Все-таки насчет задания я немножко не понял. А, это что я выполнил, да? Мне нужно вот этого еще найти где-то. Золотой жук. Точнее, не найти, а убить золотых жуков еще 3 штуки. А здесь... Здесь не знаю, как выполнить этот челлендж. Интересно. Так, Гасапян автомат. Оборотень. Блин, на самом деле я забыл, как...
покупать чью турель. Смотреть телевизор. И что мне это даст? Друзья мои, тут 20 голды. Там просто смотришь видосики. И все. Причем видосики длинные. Так, пауза закончилась. Давай дальше смотреть, разбираться. А, ух, смотри-ка. Ребята, а что это такое? Смотри, вот у меня агрессия, это я все получил? Карликовость какая-то. Слушай, маг, магия восстанавливается. Да подожди ты, я... Ну серьезно, не помню, может быть надо к наставнику? Нет. Обожаю драться, говорит Берсерк. Ай, блин, у меня из головы вылетело. Ну как же тут? Может быть вот сюда нужно? Нет, это все неактивно. Поврежденный робот. Обменный автомат. Купон на оружие. Ну-ка. Каменный молот. Нифига. Фабрика роботизации. Так, броня прототипа. Заблокировано. Железный кулак. Для этого нужно... Недостаточно материалов, да? Руда, вот эти шестеренки. Я не знаю, где это все брать, шестеренки и тому подобное. Но броню бы я, конечно, хотел бы получить. А кто бы не хотел бы? Стол конструктора. Тут, по-моему, тоже очень много. Тихо. Необходимые материалы. Вот такой штуки у нас нету. Да где же вот это все взять-то? Вот скажи мне, где вот это вот все брать? Вот эти вот фотоаппарат, какой-то коробка. Многоразовое зелье здоровья. Разработать. Недостаточно материалов, пишут. Зеленая миска. Ведь где-то это все можно найти. Погоди-ка, погоди-ка. ПП новейшего поколения. Револьвер рейнджера. Где-то ведь все это находится. Так, книга навыка молитва. Восстанавливает здоровье и броню ближайших союзников и повышает скорость. Необходимые материалы. Так, ладно. Очень много вопросов у меня к этой игре. Где вот это все добывать? Где это находить? Нельзя выковать оружие. Почему? Тебе нужно получить оружие 8 раз, чтобы выковать оружие. Зашибись. 8 раз мне нужно получить оружие, чтобы его выковать. Шаман, извини, пока закрыто. А это что за могилка непонятного чувака? Древний портал. Телепортироваться? Ну, предположим. Что я, друзья мои, сделал? Древний портал перенес нас в прошлое. Мы защищали магический камень от монстров, заполнивших храм. И? И что это значит? Ё-моё. Так, большое зелье энергии. Большой, так, зеленый лук. Вилы. Это все бесплатно или... Волна 1. Ты серьезно? Да он не шутит. Нифига я тут. Тихо, у меня брони нету. Готово, ребят, я победил. Рельсотрон стража. А сюда я могу зайти? Почему меня сюда не пускают? Нет. Вот, вот. Так, кто ты такой? Оружейник. Усилить текущее оружие. Да. Каменный молот плюс 1. И сразу же следующая волна. Вот они, порталы. Уходим, друзья мои. У меня с броней что-то вообще как-то хиленько все. Разобрался со всеми. Ух ты, а тут-то что, смотри. Это что такое? Заградитель. Турель-голограмма. Устройство Эмми. Наставник. Призыватель. Инженер-механик. У меня есть новая система для твоих турелей. Устройство Эмми. А как оно работает? Подожди. Блин, волна 3, я не успел. Я не успел, ребята, с этой ерундой хожу. Не надо. А
Отвалите от меня все. Босс еще, мини-босс. Мы защищали портал, блин, ага. Вот она как. Вот она как работает, эта штука. Они ее хотят уничтожить? Что она делает? Она бьет какими-то волнами. Это турель. Так. Готово. Ну, что за лаги? Что за... Ну, что за глючило-то? Что опять не так? Трындец, я уже думал, сейчас вылетит игра. Так, через 6 секунд новая волна. Я еще даже ничего не купил. Эй, погоди. Можно вот это... Приобрел. Выйти там мне дадут? Дадут. Да как вас установить-то? Я уже забыл. Во. Тебя я тут вжариваю. Так, будем просто расстреливать. Бегать и расстреливать их. Нет, по-моему, молот был поэффективнее. Тебе так не кажется? Они все турели уничтожили. Вот что я тебе скажу. Так, появляется новая турель. Минус 15. Чё ты там призвал мне? Непонятно, что он там вызвал. Будет меньше ошибок, говорит. Ух ты. Тут еще вот что можно было. Пузырь с усилением. Поставил. Где враги? Сейчас пойдут враги. Все. Давай. Ох, ё-моё. Что происходит-то? Они уничтожили мою турель, беднягу. Отходим, ребята, отходим. Бомбим. Что есть силы. Это жестко. Это очень жестко, даже, ребят, для меня. Ну где там магия-то, заклинание мне нужно. Вот оно. Типа порвал, да? Мне бы какой-нибудь питомчик бы или еще что-нибудь в этом роде. Оружие нужно новое, вот что я только сейчас придумал. С этим оружием, ну, как-то уже неэффективно бегать. Будем честны. Врагов все больше и больше становится. Ну, хватит. Котя, почему ты мне не помогаешь здесь? А раньше ты мне помогал лучше. Сейчас вообще никак не хочет мне выручать. Так, друзья мои, прошли, да? Пойдем-ка быстренько с тобой, может, усилимся или еще что-нибудь сделаем. Так, зелье есть. Покупаем. Так, плавильня. Берем. Не знаю, что оно делает. Ух ты. Энерговосстановитель какой-то. А где оружие-то мое? Эй! Кувалда только, да ну, быть не может такого. Трындец, блин. Давай. Оружия никакого нету, зашибись. Просто без оружия, голодранцем бегаю сейчас, вот и все. Так, ну врагов, по-моему, не так много осталось. Е. Так, что там у тебя? Понятно, это нам не нужно, это нам не нужно. Ты можешь мне прокачать? Теперь я стал еще сильнее. Плавильню он мне призвал, зачем она мне? Заградитель. Да че ж так быстро-то? Давай, плавильня, вжаривай их. Просто отбиваюсь как могу. Где мой котик, а? Объясни мне. А вот этот камень я должен, да, защищать? Ну, как бы, по сюжету. Твою ж налево, что происходит-то, а? Готово. Бежим. Бегу. Штурмовая ракетница. Берем. Взял? Нет, не взял. Ну-ка,
Да что ты? Во, отлично. Так, а это что, усилитель? Усилитель чего, блин? Не понимаю. Турель голограмма. Не хватает монет. Ладно, фиг с ним, пускай это все будет здесь. Через 9 секунд волна. У нас с тобой, ну, брони мало. А где вот это покупать все, броню и прочее? Так, готовимся. Ё-моё, что-то происходит. Аж все залагало, ребята. Офигеть, просто лаги. Где я? Я сам себя не вижу. Давай, 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 впаиваем. Да, я даже не ожидал, что игра может лагануть. Видимо, так много монстров накопилось. У меня брони нету. Давай, давай, отбиваемся. Все? Нет, еще один. Бежим вперед. Так, что это у нас тут? Ага. Катушечная пушка. Что ты-то можешь мне предложить? Усилить, да, усиляй. Опа. Термобур? Блин, я не успел. Ребят, я не успел взять термобур, блин. Ни турели, ничего у меня нету. Трындец. Бомбим. Опять сейчас лаганет, да, игра? Слишком много врагов, типа. Слушай, а мы с тобой челлендж, по-моему, выполним. Тут были золотые жуки, которые мне нужны были по заданию. Давай прорываться сюда. Е! Ну тут быстро мы с тобой. Так, что это у нас такое? Пузырь, блин, с усилением. Я не знаю. Посохи, зачем? Зелий. Так, зелье улучшили. Ты можешь меня прапать? Е! Мы стали сильнее. Так, устройство давай сюда поставим. Вот сюда. Денег больше нету. Фух. ПП нового поколения. Так, подожди, тут смотри. Посох волшебника. Не хватает денег. Я жду. Где враги? Вот они идут. Воу, не надо меня окружать. А что я так медленно двигаюсь-то? Что-то они мне, по-моему, тут впаяли, что я очень медленно стал двигаться. Пока они на моей турели там переключаются, мы с вами можем их неплохо здесь побомбить. Ох, лазер-то какой здоровый летел. Бомбим, бомбим, бомбим. Ё-моё. Трэш какой-то. Ну. Еще, еще. Тут оказываются враги. Ать. Да иди ты. О, у меня со здоровьем-то, друзья, беда бедовая. По-другому и не назвать это. Ты посмотри, что творит, а. И главное, самый мощный лазер отпускается в меня. Так, зелье восстановления большое, да, взяли. Молот там лежит. Так, снежная лиса, XL. Ох, ё, вот это я возьму. Так, а где мне восстановить здоровье? Да нигде, уже волна он идет. Слишком долго думал. Ну-ка. Трындец просто какой-то. Посмотрите, что творится. Что в меня там только не летит. Ой, по-моему, сейчас. Все, ребят, мы проиграли, да? Разбомбили они этот шар. И духа и упорства нам было не занимать. Но судьба камня была предрешена. Магический камень треснул, и повсюду разлетелись осколки. Так и началась наша история. Понятно. Так, и докуда же я, интересно, дошел, а? Чтобы все пройти, тут дофига надо чего. Но, тем не менее, ребят, все равно приятно, да? Все-таки я одного не могу понять. Как мне получить нового героя? Ты мне можешь это объяснить? Я отлично не понимаю. Так, меняем, да? Рыцари, лау-рыцарь, китайский Новый год, расплавленное ядро. Оставайся с нами. Обжора. Того ты.
Не пойму. Ладно. Ну, немножко хотелось, конечно, другого кого-то взять. Из героев-то. Ну, что это за дело, ребят? А? Куда там надо обращаться? Я уже не помню. Куда там обращаться надо, чтобы купить? Помнишь, раньше там ценники даже были? Так, а здесь мы с тобой выполнили задание. Золотой жук. Я получил семена моркови и 200 самоцветов. Садоучасток. Я, кстати, могу здесь, по-моему, наверное, что-то посадить. Самоцветик. Пускай растет. А здесь мы посадим с тобой... Можно что-нибудь еще посадить сюда? Морковку, например. Теперь мы это все дело с тобой польем. Давай, давай. Поливать-то будешь или нет? Да какой, блин, старый пистолет? Поливать, говорю. Вот, полить. Нормуль. Лопата мне не нужна. И вот здесь тоже полить. Полить, все. А чтобы открыть 5000. Ну, ценник они, конечно, тут ломят. Будь здоров. Так, подожди-ка, это что такое? Это просто, да? Цветочек. Пандочка тут у нас бегает. Разблокируй с помощью материалов. И тут, по-моему, целая куча материалов нужна. Ну да. Слушай, ну я же, по-моему, находил такой осколок. Почему они опять зажали мне его? Не знаю. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч. Удачи вам.